Рыбакит папа рисует. Привет, друзья, вы на Арт-пятнице на канале Рыбакит. Меня зовут Ваня, я рисую сегодня повара популярного, интересного из одной игры. Я думаю, ты догадаешься сразу, с какой игры, но все-таки я говорить не буду, вдруг этого ты не знаешь. Если ты видел это на Ютубе, то это здорово. Повар из игры. Это очки для повара. Серый масляной пастелью рисую. Мне нравится рисовать масляной пастелью. Серый такой повар будет. И вокруг у него много зелени. Я взял самый салатовый. Или лайм. Мне сказали, что этот может быть написать. Этот цвет может называться лаймом. Буду называть его лаймом тоже. Может быть, это вполне и лайм. Лаймовый цвет используем для тела повара. Тело вот такое яркое. Очень масляная пастель, очень мягкая. Это даже не мелкие, а прям настоящая масляная пастель. И попробуйте рисовать, если у вас есть желание. У меня пастель от Гаммы. Очень-очень прикольная. Прям до конца ее можно все тратить. И очень приятные цвета делать. А рисунки получаются замечательные. Единственное, она такая очень мягкая. И кто не догадался, тот может сейчас как раз прокомментировать. Конечно же, Among Us. Газ не рисуем, только амонгов рисуем. Что, конечно, повара. Сегодня же на тему повара рисуем колпачок. Это Владислава отвечает. Владислава, я надеюсь, у тебя хорошее настроение, ты порисуешь сегодня со мной. Если нет, то просто посмотри. А если что понравилось, то, может, как-то на досуге нарисуешь. Так, рисуем. Опять-таки прошу участвовать в конкурсе. Кто пришел, посмотрел, первый раз участвует, это прям очень просто. И всегда выигрывайте сегодня же. Конкурс проходит сегодня, сегодня же мы и выигрываем. Among Us у меня очень простой, такой простецкий. Ну да, такой. Ну и сама игра простецкая, но она интересная. Так, это обведем черным, и вот теперь-то, я думаю, все готово. Повар из Among Us. Я для чего нарисовал? Потому что многие ребята рисуют, любят, играют, и ее это такой креативчик такой, что ли, такой, что можно придумать на тему поваров. Какие повара бывают? Повары. Какие повары бывают? Это космический повар. Космический повар. И так вот, давайте от него еще отходим. Такие, вау, он так что-то тебе говорит. Вау. Но это точно не предатель. Такой вот у меня повар получился космический. Разнообразных поваров рисуем, на тему поваров рисуем сегодня. И порисуем и таких тоже веселых ребят. Хочу робота нарисовать. И мне еще сказали, попросили ежика. Вполне возможно, ежик появится. Бабку, я не знаю, что это за слово. Ну, давайте. Так, кто на Ютубе смотрит, тому лайк. Приходи в Инстаграм. Рыбакит, папа рисует, легко найти. А сейчас продолжаю новых поваров рисовать.